Так, друзья, хотелось бы начать это видео с кратенького обзора нашего Jeep Wrangler 2011 года, который, кстати, в продаже. Компания Autodesk, как вы знаете. Итак, начнем с того, что 2011 год, 19 тысяч километров пробега. Этот автомобиль покупался абсолютно новым в США, доставлялся в Украину, и несколько лет строился этот лютый проект. Что хотелось сказать? Бюджет перевалил за соточку. Сейчас мы его отдаем за 52 тысячи. Очень много тюнинга, смиди билд, лебедки. Очень много доработано по ходовой. Сейчас краткий экскурс. Для более подробной информации обращайтесь. Все расскажем более детально. Не хочется засорять это дело. Вот эти вам ненужная информация. Кстати, крыша откидывается, но сейчас мы этого делать не будем. В принципе, довольно-таки все просто. Эти ездят. Очень интересный автомобиль. Сейчас поедем на нем кататься. Едет он очень прикольно. Он очень мягкий, расход всего лишь 49. Ну, это мы просто тронулись и поехали. Ощущения, конечно, просто непередаваемые. Тачка супер. Конечно, топить мы его в грязи, в болото не поедем. По одной простой причине. Потому что эта машина, в принципе, выходного дня. Никогда она не видала. Да, в принципе, дождь, наверное, с нами увидела первый раз в своей жизни. По салончику, в принципе, все интерактивно просто. Сейчас пропустим машинку. Объезжаю. Все просто. Так, раздатка, коробка. Это пульт на лебедку идет. Здесь у нас свет. Здесь крыша, которая снимается. В принципе, все просто. Нет ничего сложного. Но по проходимости он очень сильный. То есть можно на нем заехать куда угодно. Не, главное потом оттуда выехать. Главное выехать, да. Но проверять мы этого, конечно же, не будем. Но едет он как бы хорошо. Даже какие-то прострельчики есть. Прикольный аппарат. Ям вообще не слышно. Я бы представил, что он будет делать на бездорожье. И будет на не очень хорошая скидочка. Все предложения будем готовы выслушать и рассмотреть. Это во-первых. Во-вторых, можем привести такого же, да, ну только без тюнинга, без обвесов. Станет он порядка от 20 тысяч. Тоже с 3.6 мотором, свежее годом, да, возможно даже с таким же пробегом. Здесь пробег, уже говорил, 19 тысяч километров. А ну, он написан. 15 257 километров, это не мили, это 100%. Так вот, привезем мы его от 20. Также есть тюнингованные варианты. Их тоже можно вести. Можно четырехдверные Wrangler, это Wrangler Sport, Рубиконы. Ну, в общем, все что угодно, абсолютно любая техника. Без проблем привезем. Я думаю, все будет в огнях. Так что всем приятного просмотра. Дальше будет видеоотчет по мудрейсу, который прошел и будет проходить в Северодонецке. Да, приятного просмотра. Сейчас начнется старт, и мы желаем всем участникам, естественно, все победить не смогут, но мне кажется, все, кто сюда доехали, уже победители. Просто посмотрите на их технику. Шедшие тачки. Надеюсь, что никто не поломается и все доедут до финиша. Да, хотелось еще напомнить то, что мы можем привести абсолютно любую технику, тем более вот такие багетки, ранглеры, рубиконы, то, что может преодолеть вообще любое препятствие. Вообще с легкостью найдем, привезем из США. Так, ребят, тут необычная БРПшка. Она ездит на супертопле, на Red Bull. И есть еще второй бак.
второй бак, это участники заряжаются. Не мы, конечно, нам нельзя, мы на работе сегодня. Машина, подводная лодка. Смотри, как тут красиво, как в аквариуме. Не открывай окно, болван. Осторожно, рыбку задавишь. Мы потеряли уйму времени. Вперед. Так, вот он работает. Папа. Блин, ну не зря их столько много вот этих замечательных американских ранкеров. Кончиков. Ну и много нив. А вот котлета. Отпускай третий. На которой 2.2 дизельный мотор. Еще чуть-чуть, я кричал бы, я заснял после видео. Стой! Первый! Давай! 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 Давай
Да.